Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет о том, как в приложении Telegram сделать так, чтобы ссылки открывались. Если у тебя проблема с приложением Telegram и ссылки, которые тебе присылают, либо которые ты сам находишь из приложения Telegram, будучи в приложении Telegram, не открываются, то эту проблему можно легко решить. Я сейчас покажу как. Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу попросить тебя подписаться на канал, оставить комментарий под этим видео, любой комментарий на твой вкус, поставить лайк этому видео. И теперь, не теряя времени, давай приступим к решению нашей проблемы. Для этого мы перейдем в настройки нашего смартфона, переходим, заходим, листаем настройки до пункта приложения, либо все приложения. Находим такой пункт, ищем, нашли, вот приложение. Открываем этот пункт. Здесь у нас список всех установленных приложений на твоем смартфоне. Находим приложение Telegram. Заходим в него. Далее нам нужно найти пункт «Открывать по умолчанию». Заходим в него. И здесь у нас спрашивают, какие ссылки, как мы хотим их открывать. Открывать поддерживаемые ссылки. По умолчанию стоит всегда спрашивать. При таком варианте у тебя будут открываться ссылки у тебя, если у тебя есть такая проблема. У тебя, скорее всего, стоит не открывать в этом приложении. Тебе нужно выбрать что-либо из двух. Либо всегда спрашивать. Это означает, что при нажатии на ссылку в Telegram, приложение Telegram, либо смартфон Android будет спрашивать тебя, действительно ли ты хочешь открыть эту ссылку. И потом нажимаешь «Да, нет». Либо можешь установить «Открывать в этом приложении». Это будет означать, что все ссылки, которые ты будешь нажимать, будут открываться без подтверждения. То есть ты нажал, и ссылка открылась. Я предлагаю тебе для большей безопасности выбрать все-таки всегда спрашивать. Ну а тут ты выбирай, в принципе, как тебе удобно. Если ты слишком много пользуешься Telegram часто, то можешь, в принципе, поставить и открывать в этом приложении всегда. То есть не будет подтверждения перед открытием ссылки. У меня стоит всегда спрашивать. В принципе, и так стоит по умолчанию. Отчего поменялось? У тебя не открываются ссылки, не открывались, потому что по умолчанию стоит всегда спрашивать. Это вопрос спорный, и скорее всего либо кто-то поменял эту настройку, либо ты сам нечаянно изменил, либо в действии каких-либо сторонних приложений изменили. Вообще по умолчанию Telegram открывает ссылки, но спрашивает. Теперь в любом случае ты знаешь, как решить эту проблему, вне зависимости от того, из-за чего она произошла. Теперь можешь настроить открывание ссылок в приложении Telegram. На этом у меня все. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Всем пока!